Привет, друзья! Доброе утро, мои прекрасные зрители! Меня зовут Виктория, и вы на моем канале Life and Garden, канале, который про сад и немножко про жизнь. Сегодня про сад будет не сильно много. Сегодня опять домашний влог о том, как мы прожили нашей семьей эту неделю с 1 по... Да, сегодня уже 7 ноября, кстати говоря. Не знаю, как у вас, у меня эта дата немножечко... Все еще остались воспоминания и ассоциации о советском детстве. Но, конечно же, человеческую память просто так рукой не сотрешь. Но не будем о грустном и о ностальгическом, а о том, какая погода за окном чудесная. Сегодня яркий солнечный день, и сегодня классно. Итак, поехали! Что произошло за эту неделю? Ага, какой у нас уже здесь Новый год. А завтра только 1 ноября. Ух ты, сколько всего! Какие розовые, прелесть. Хочу розовую елку. Хочу розовую елку. А бычков на любой размер и на любой вкус. Да, класс. Не, ну я зиму еще не хочу, но я очень люблю зимние вот такие магазины. Привет, Деды Морозы. Не чувствуешь себя как ребенок в этих, как сказать, в этих дебрях новогодних? Прямо глаза разбегаются. А нам нужен вот такой стул. Приехали специально за ним. Маме отвезем. Все смешалось. Хэллоуин, Новый год.
Подожди, давай померяем. Такой чистенький, такой беленький, пушистый, начесанный. Не убегай, не убегай, покажись. Покажи мордяшку, покажи мордочку. Ты моя красоточка. Все, можешь идти. Готово. Поехали сыра и колбаски. Возьми нам колбаску. Возьму. Какую взять? Хорошую. Вареную? Да. Юра как художник ходит со всех сторон, смотрит. Я художник, я так вижу. Художник, смотри, не оборви, не обрежь мне вот эти новые молодые плети. Какое сегодня море чудесное. 6 ноября. А вот и наш старый знакомый морской кот. Голубоглазый. Мы с Алисой пришли погулять на морька. Да, Алиска? Да! Ух ты, какая цветет красавица. Давно она цветет. Мы тут гуляли недели две назад, и она цвела. И до сих пор. Да, бери, конечно.
это ж люля. Оно шкварчить. Помнишь, как там ваша сигаретка шкварчить? Ноябрьская. Да, хорошо, Саша. Да.